Так, мы, народ, продолжаем изучение Криста Айсланда подводного мира. А именно изучение. Ой, ты посмотри только. Эта карта сделана, блин, на халтуру. Да, слушай, я, конечно, много чего видел, но чтоб такую халтуру, это, блин. Был я здесь, на этой карте. Это точно. Был я здесь, на этой карте, народ. Вот этот залив я узнаю на том свете. Если кто не помнит, здесь у меня тогда бегали, летали драконы, бегали гориллы, и здесь где-то большая есть пещера. Она не подводная, она наводная. Шарики понять не могу. А, вспомнил эту карту. Тут вспоминать-то и нечего. Нет, супер интересного вообще. Здесь только одна громадная пещера была прикольная, там живки мало было очень. Я в ней селился поэтому. Я не помню, я это снимал или нет. Вот в этом-то и проблема. Не, не в склерозе, потому что не помню. Прямо музик всего лишь один. Ни одной прайм-акулы, кстати, не видел. Я почти всех прошерстил уже. И никакого нормального места я здесь не нашел, которое было бы более-менее адекватно с точки зрения защиты. Тем-терем-терем-терем. Остается вопрос седьмой. Можно здесь селиться в пещерах с артефактами? Да, ну я думаю, за эту серию мы сможем доплыть, в принципе, до конца. Я, вероятно, трансферюсь обратно. Ну, народ, не вариант. Здесь это не Волгуега. Это не Волгуега. Чё, пошли доплывем все-таки до конца.
Народ, не надо только мне писать, вот ты там все не исследовал. Я уже посмотрел. Я говорю, на Рагнарёке, когда я плавал, там и то я 20 раз больше мест встречал. Ресурсы везде были, в принципе. Ну, если они тоже есть. Эта карта была хороша тем, что здесь были, была особенность. Это виверны, которые надо было кормить кристаллами, которые ты добывал разных цветов. Это ее была особенность, это ее фишка была. И как она с модом сочетается, через жопу. Мягко сказать. Как не сочетается. То есть карта чисто так. Хочу бей, хочу, хоть убей, блин. Надо пещера есть нормальная подводная. Я не одну, только одну пещеру нашел, да и то она, ну, подойдет, в принципе, но одна на всю карту. По-моему, это немного садится. Видишь, тут просто они каркас мира начертили. И в каркасе мира уже там проделали все. Вот, как правило, вот такие вот камни, на не помню где, либо на острове, либо в центре. Вот под каждым камушком, если бы тут была пещерка какая-нибудь особенная, вот это вот было бы здорово. То есть нычка, так сказать. А тут для красоты, собственно, их пиндюрили. Вот сюда можно заплыть. Полагаю, это пещера Дюпнюбель. Нет, здесь можно ставить. Любопытная пещерка. Я по кругу сейчас проплыл, да? То есть, в принципе, она тут затыкается, да? То есть, если здесь расположить оборонку... даже не знаю, слушай. Там дальше вообще еще один проход есть. Куда-то глубже, куда-то дальше. Была чья-то база, раскочегарили ее. Так, много артефактов разных, да? Неплохие тут
артефакторию, я тебе могу сказать. Не, ну эта пещера для жилья-то не очень хорошо подойдет. Она слишком громадная. На Рагнарёке там пещера, которая есть, она и то лучше подойдет. Не, ну прикольно так поплавать, кстати говоря, поизучать их. Ну, даже интересно. Не, тут красиво, конечно, сделано, и то обалденно. Так, это у нас кто? А, пофиг. А там, может быть, не пофинту. Какие здесь завирасы, закрутасы, охренеть можно. Очень темные места. Именно что красивые. Вот представь себе, это можно только в теке, насколько я помню, посмотреть, да и то. И покажется только с модами. Какая здесь красота, вот. Просто шикарная. Плыви туда, мы ходили. По кругу прошли. То есть, ну, так, чисто для красоты, для поиска артефактов пещера подойдет. Для жилья вообще никак ни разу. Сделать нычку вообще, в принципе, нормальная идея. Да, в принципе, все. Интересный довольно-таки. Но обустроиться было бы. Вот только любая прилетевшая сюда мантикорка разорвет тебя как тузик грелку. Одна маленькая она. Интереснее, это у нас, блин, выход дурацкий, да? Дурацкий выход. Ну да, это все те же пещеры. Прикольно, я не спорю. Можно очень даже тут поразвлекаться и сныкаться. По крайней мере, не сныкаться, а именно нычки сделать. То есть, да, здесь можно так поныкать различные шмоточки. Что ж, капец. Не, красивые места. Ничего не поспорю.
Ну пошли дальше посмотрим, может что-нибудь еще найдем прикольное. И потом эти сервера PvP-шные задолбу за корень доедят. Красиво тут, да? Здесь много пещер хороших. Должно быть. Ну, например, вроде одну вижу. Хорошо, все-таки здесь я был. Койка, пустыня. Да, вот такие карты, чтобы изучать, надо в одиночке будут тусовать. На PvP серверах не до изучения. Увы. Вот и акулка одна хотя бы приму есть. Верно, решил стать водоплавающим. Ну, эволюция дел такое, соглашусь. Приспосабливаются. Чувак, я так полагаю, там поставил только блоки, даже турели не ставил. Вот это вот была его ошибка. Здесь турели надо ставить с самого первого дня. Иначе хатку твою скипер дорит. Хотя еще 12-часовая защита есть. Действительность есть. Было бы неплохо. Так.
пропадаю здесь. О, это что у нас такая? Какая интересная штучка. Не вижу. О! Факты здесь даже есть. То есть на Рагнарёке это все, не знаю, поломано то ли поубирали, здесь все осталось. Вот это вот пещера, конечно. Попытная. А, не. Какая там их толпа, и связываться с одним драться смысла не имеет. Не, здесь есть красивые места, слушай, это обалденно красивые. Здесь, да, надо одиночку запускать и изучать. Хотя Волгуега в одиночку запустить мне больше понравится идея. Если честно. Я на Волгуега только сервера ПВЕ видел. Блин, ну что, думаю, может в натуре залезть нахрен на ПВЕ, голову все не морозить. Размечтался, да? Ах, все центр вспоминаю. Такие места были шикарные. Неужели не под одним камнем реально нет таких же мест? Нычка такая была. Вообще шикарная просто. Следовали уже, начнем с этого. Не, красивая карта очень, необычная, но для PvP она не сойдет. Хотя как она сошла бы, если бы тут хотя бы какая-то адекватность была по турелям. Хотя прикол-то сервера, говорю, в том, что придется бегать как бомжара, хоп, пожил немного. Не знаю, сколько на этом сервере. Что с такими жутко массовыми нападениями очень не камильфо играть. Но прикольно. Я сейчас пока тут плаваю, сколько уже второй час. Я полагаю, базу на Рагнарёке мне уже сейчас снесли в хлам. Тут есть пещерки эти. А, это, наверное, выход той пещеры. Угу. То есть везде есть пещерки такие красивые. Слушай, тема. То есть вот что люди здесь старались в основном, это пещеры сделать. Очень красиво.
это называется? Здесь кто-то когда-то жил. Мне люди такие нравятся. Мы построим себе домик, не будем делать оборону, потому что она не нужна. Нас не будут трогать. Угу. Уже второй такой домик вижу. Это не ПВЕ, блин. Ну-ка, дай-ка. Так, тут артефакт я слышу. Ух ты. Что это вот снести проще простого. Я посмотрю, где народу меньше всего. Тут на Кристальных островах что-то как-то бедновато по народцу. Если посмотрим, что на Рагнарёке, если займут пещеру, то... Так, стоп. Очки-то у меня хоть общие, блин, идут. Ага. Да, слушай, тогда насрать вообще. Ну, как карте я буду. Черт, все в трансмиттере держу, блин. Ой, анычки буду делать и там, и там, и сям. Ну, почему и нет? Попытненькая. Не, слушай, здесь очень приятно. Приличное количество мест, где можно жить. Да это мы сейчас выплывем. Одни пчелы тут, посмотри, какая здесь, вот как додумались они такое сделать, ёпал. Да, это все телепортировались. Ой. Что здесь за нафиг с освещением сейчас? А, о. А, я под маяк попал. Фу ты, ёвил-палы. Под маяк попал, вот почему было так. Будто на тот свет попал. А, ну я все изучил, народ, ты пусть домой, ставлю трансмиттер, давай посмотрим, у нас там что-то сохранилось, осталось, и нас уже разнесли. Очень интересно. Нет, в принципе, да, очень красивая карта, но такие карты, вот как и в Убега, надо изучать, я думаю, в одиночку.
намного приятнее и красивее. А это, ну, на PvP серверах, народ, нормально не поиграешь. Красиво. Как ни крути. Это баг. Так. Оп. Заберем. Для начала сможем ли мы трансмиттер построить? Да, в принципе, можем. Ну, а сможем, значит, ставим, отправляемся домой. Прикольная, конечно, карта. Но не без изъянов. Так, все виды перьев вроде я, да, собрал. В общем, да, перья здесь тоже будут, надо оставлять, собирать. Без каких-либо других вариантов. Трансмиттеры, конечно, хранить. Жалко, что не пишется, сколько у меня там, блин, предметов. Вот это вот раздражает немного. Ладно, давай сюда же кину. Блин, день народ перед вайпом. Весело, да? Чё-то, мне кажется, многие на острове прячут. Надо потом будет следить, кто где ныкается.